Друзья, небольшое видео. У меня были вопросы о том, что делать с вот такими отцветшими побегами, потому что розы некоторые завязывают семенные коробочки. И стоит ли их обрывать, стоит ли вообще удалять вот такие отцветшие бутоны. Скажу за себя, что ничего я не удаляю. У меня очень много роз. Не хожу, не обрезаю, даю побегам вызреть. В принципе, если эстетический вид вас смущает, вот такие семенные коробочки можно просто вот так вот удалить. Вот так секатором аккуратненько берете и удаляете. Буквально вот так. Вот так. Получается вот что. То есть мы обрезали всю некрасивую часть вот здесь прям. Но сам побег мы не трогаем. То есть по-хорошему летом, если бы это было, да, мы бы обрезали вот здесь сам побег. Но сейчас мы его не трогаем. То же самое поступаем и здесь. Если вам не нравится вот такой вид, просто раз. Вот так вот аккуратненько почикали верхушечки. Все, роза не начнет свой рост, потому что неоткуда ей тут расти. И некрасивость убрали, и побег у нас остался непорезанным. Дальше показываю. Вот они, шапочка цветов, уже отцвели. Вот так вот берем и вот так обрезаем. Вот такую обрезку делать можно. Это чайно-гибридная роза Gloria Day отцвела. То же самое. Вот так. Буквально под цветком мы делаем обрезку. Вот так вот чистим. Так вот у нас получается. В принципе, можно цветочек просто вот так я беру и снимаю. Остается вот такая вот штучка. Чайно-гибридный Pullman Orient Express. То же самое. Прям под цветком. Срезаем все отцветшие бутоны. Остается чистый куст. Сам побег, вот этот побег, не трогаем. Это роза Наэма. Есть такие сорта, которые завязывают семенные коробочки. Видите, они у нее уже большие. То же самое. Я ничего не трогаю. Если вас смущает, то же самое. Вот так вот. Обрезали быстренько. Раз, раз. Если роз немного, это много времени не займет. Вот такой аккуратный куст. Вот этот побег. Вот этот. Летом мы обрезали бы здесь. Сейчас мы его не трогаем. То есть побег у нас вызревает. Это наутика. Красивый очень сорт. Я про него уже упоминала летом. Вот такие вот неряшливые цветочки. То же самое можно обрезать. Вот здесь. Вот так. Так срезаем. И все. Также вот эти цветочки мы аккуратненько срежем. Все. Вот таким образом удаляются отцветшие соцветия осенью. Некоторые сорта, как у Маша Барбара, сами отпадают цветочки вместе с цветоножкой. Смотрите. Вот здесь вот она отпадает сама. Вот так. И чистенько осыпается. Здесь ничего удалять вам уже не нужно. Вот это Ханс Ганивейн. Розочка вот так отцветает. Тоже смотрится это неряшливо. Я все оставляю. Удалить можно вот это все. Вот так, как я вам показала. Вот так. Вот таким образом. Просто отцветшие цветочки. Это красавчик Little Artist. Я не знаю, по какому он уже разу цветет. Наверное, по четвертому. Цветет постоянно. Здесь цветки. Здесь еще гонит бутоны. Что-то отцветает. Что-то только будет цвести. Его я вообще не трогаю. Ничего не удаляю. Вот смотрите. Здесь отцветшие цветочки.
абсолютно ничего ему не убираю. Розочка цветет постоянно. Если вы живете в каких-то южных регионах, то, в принципе, конец августа можно сделать обрезку, как вы делаете летом, по настоящий лист. В теплых регионах роза может процвести еще по третьему разу. У меня есть сорта роз, которые цветут по третьему кругу. Но таких сортов немного. Все-таки заморозки у нас как бы наступают пораньше, чем на юге, поэтому в августе все-таки розы я уже обрезать перестаю.